все, один динамит есть, второй сейчас скину, правда, он, в принципе, толком и не нужен, но я зато... Я уже почти тут. Сверху, сверху, аккуратно, аккуратно. А, да я сломал, в принципе, это главное. Так, Бэт, строй! Живи, пожалуйста, живи! Ты живешь? Фух, фу, у меня так, полтора ешь, хп. Ешь. Мне кажется, даже меч можно не использовать, просто так вот побежал. А почему так лагает? Я не знаю, но первое очко уже есть. Сегодня рекомендую вам канал Экстерни, и честно скажу, по тематике Майнкрафт я еще не встречал подобных каналов. Экстерни будет снимать ролики, где он будет высказывать свое мнение насчет майнкрафтеров, насчет самого Майнкрафта, и я думаю, это будет очень интересным. Также на его канале уже есть красивое оформление, поэтому ссылка на него в описании. Всем привет, с вами я, Агера, и сегодня будем играть в Бедварс на сервере Хайп... Что это? Это кто? Это... Это что сейчас было? Ты кто? Это Батун, Батун. Ага, слушай, Хлэп, это ты? Да, на, попей. О, привет, спасибо за спиду. Кстати, слушай, я твой подписчик, давай поиграем в Бедварс. Я как раз хотел тут ролик идти сейчас записывать. Бедварс? Да. Будем там строиться. Плохо. Строиться там будем, смотри, по спиду вот так вот. Опа, короче, все, всем погнали. Так, Хлэп, кто кого будет учить строиться? Я тебя или ты меня? Ну слушай, давай, наверное, по очереди, мы с тобой как бы два профессиональных строителя. Две машины, да, чисто две машины, да, окей. Мы можем, так сказать, поделиться опытом друг с другом. Хорошо, я тебя буду учить строиться Монволком, а ты меня будешь учить строиться, ну, Андромедой, слушай. Ну, я думаю, Андромедой, в принципе, сможешь меня научить строиться. Да, ладно, да. Пока что я построюсь, ну, бриджингом, точнее, ниндзя-бриджингом, ты там что, наверное, застроишь? О, кровать застроишь, ничего себе. Да, кстати, у нас серая команда, ты знаешь, что это за цвет? Это, да, это ближе, да, к черному такой. Это гусиный. А, гусиный, я понял. О, смотри, минус один и минус второй. И сейчас, кстати, нет, он минус, он просто залагал. Смотри, все, я их сломал. Это я, получается, жесткий бедварсер или нет? Ну да. Да, и надо бы их еще вынести. Твердый, жесткий. Короче, смотрите, мы сегодня, во-первых, будем жестко. Кстати, я у тебя подселил там килл, но извиняюсь. В общем, сегодня мы будем жестко строиться, во-первых, потому что, ну, все-таки строителем я играю, с Бобом строителем я играю. Также будем сегодня жестко ПВП-ХЦ, ну куда без этого. И пойдем еще в The Bridge, почему бы и нет. После катки по Бедварсу пойдем в The Bridge, возможно, еще зайдем на Нерукс, но насчет этого не обещаю. И, кстати, сразу хочу у тебя спросить, вообще, какими видами строительства ты строишься? Вот как бы, ну... Так, какими? Смотри. Смотрю, самый, смотри, наверное, простой и самый сложный одновременно, это Бризли. Ага, ничего себе. Слушай, Бризли, ну я что-то боюсь над пропастью пробовать, но это же ведь вроде как... Это же вроде простой вид строительства, нет? Ну, простой, но, блин, заносит иногда. Такой, вот, ну, может, он заносит. Но я сейчас лично учусь строиться мунволком. Но я думаю, мунволком же ты умеешь строиться, в принципе. Мунволком? Ну, более-менее, да. Смотри, я полетел. Опа! Я там блоков 5-6 поставил. Красиво. Я вижу, ты, кстати, там полетел. Нет, еще не полетел. Окей, так, все, я наблюдаю за тобой. Опа. Кстати, так, слушай, а у тебя есть такое, что вот ты, допустим, строишься, да? Хотя, что я спрашиваю, я это знаю, но вот ты строишься, да, можешь поставить 100 блоков там Бризли, а я тебя начинаю снимать, и ты не можешь поставить 100 блоков Бризли. Ну, да, есть такое, типа, естественно. А если ты начинаешь нервничать, то руки начинают как бы, ну, потеть, да. И дрожать, да, трясти начинают. Ну, да. При строительстве руки обязательно должны быть сухие, поэтому такое, в принципе, есть. Ага, ну я, короче, мунволком тут строюсь. О, слушай, не, ну прикольно я тут строюсь. Ладно, покоплю я тут, наверное, изумрудики. И, кстати, я еще также хотел спросить насчет Андромеды, как бы. Ну, по-любому, ты знаешь, такой вид строительства. Вообще, он существует или нет? А то про него ходят всякие легенды, что его, ну, типа, некоторые говорят, его не существует, кто-то там им строился. Вот вообще, что ты думаешь насчет этого? Знаешь, Андромеда существует и нет. Ага, это как это? Есть. И вроде бы и нет, она как Сурок. Ага, Сурок, ничего себе. А что, они типа существуют и не существуют одновременно? Ну, такой мем есть. Он вроде бы есть, а вроде бы и нет. Мем вроде есть, а вроде нет. Ладно, короче, слушай, ну я понял. То есть, ну вообще, я не знаю, возможно хотя бы несколько блоков Андромеды поставить, не знаю. Ну, я думаю, блока 3 возможно, конечно. Но не советую. Скорее всего, ты просто упадешь. А ты пробовал вообще? Ну, у меня было такое видео, там... Ага. Конечно, естественно, падала постоянно, но иногда блока 3, где-то 4 ставить все-таки получалось. Слушай, ну мне кажется, вот знаешь, как раньше считалось жестко с отпусканием шифта строится, потом Бризли появилась, потом Мунволк, потом Годбридж, и после этого вообще, вот какой сейчас самый жесткий такой вид строительства, это там, где прыгать и ставить, это Телебридж вроде, это считается, типа, прям вообще настолько жестко. Вот мне кажется, сейчас с Телебриджем тоже пройдет вот эта фишка и научится уже Андромеды, потому что, ну я не знаю, что еще кроме Телебриджа можно придумать. Ты, кстати, вообще Телебриджем практикуешь такое, не?
Так, а Дедли это что? Это с клинками, да, которые... Ну да-да-да, типа бежишь, поворачиваешься, ставишь блоки такой дракликом. Ну я, в принципе, пробовал, но не особо. Мне больше нравится дерп. А дерп это что? Дерп это когда, типа... Блин, сложно объяснить, это нужно с разворотами строиться. А, типа без шифта с разворотом. Я видел, да, наверное, да, как да. Ты так строишься. Ну да, слушай, это прикольно. А это вообще считается типа быстрый? Я думал, это как с отпусканием шифта примерно, нет? Ну, если его прям вот натренировать, нет, прям это очень хорошо, то довольно-таки быстро будет. Ага, я пока что, естественно, не очень быстро получается. Я, кстати, тут беленьких сломал и, возможно, даже еще одного убью. Ну, насчет вот этого вида строительства, я видел, как ты строишься. В принципе, да, реально, выглядит прикольно. Я такого вообще раньше не видел. А вот, кстати, а ты где вообще? Мы что-то за игру друг друга мало видели. Я тут вообще-то хочу тебе еще продемонстрировать свои таланты там, ну и чтоб ты меня там научил, там, Андромеды строиться. А я был у зеленых. Я там немножечко фарманул их. Ага, фарманул, ничего себе. И они меня убили. Я уже забыл, говорил я или нет, но также мы еще пойдем 2 на 2, скорее всего, в этот, в как его, в The Bridge, наверное, я говорил, но это мы пойдем делать чуть позже. Кстати, ты можешь вернуться на базу? Я тут. Кстати, а ты вообще на каких серверах играешь? Ну, типа, на Hypixel ты играешь, а на немецких каких? На немецких захожу только для видео, если честно. А так, в основном, играю на Hypixel. Да? А, слушай, я еще думал, если честно, то, что ты на немецких зачастую играешь. Ну, так... Ну, там скучно с этими палками. Вот PvP это интересно. Всякие вот эти вот V-табы, S-табы, это... Слушай, это, ну, я одобряю твои слова, я полностью с тобой согласен. PvP это очень интересная вещь. Вот, не, реально, я честно, я думал, ты вот такой, там вот это, как всякие вот эти немцы, такой вот только палку в руки взять, блоки и все, и полетел. Это ты лестницу тут поставил чисто? Я знаю. Сейвился там. Ничего себе, смотрите, чисто хлоп тут сейвился, нормально. Кстати, я сверху. Окей, ничего себе ты хит по мне прописал. Слушай, чувак, ты чё, с читами что ли? Все, отлично, я его скинул, и я его благополучно сломал. Все, чисто на изах, у него тут криперы, ни хрена себе. Ну и надеюсь, то, что я его убью, он какой-то нубик, правда, первый хит он мне жесткий дал. Ага, он вообще думает, то, что я сверху, смотрит вверх. Так, челик, давай, пожалуйста... Ага, все, я его убил, отлично, у меня 2,5 хп, неплохо, все, минус красные, или красные, не знаю. Короче, мы все-таки решили, значит, пойти на этих зеленых, смотрите, один тут прибежал, но он какой-то странный, поэтому мы его убиваем, наверное. Открой. Так, все, отлично, я его убил. Слушай, давай, наверное, на эту базу сходим, тут немного закупимся. В принципе, сзади, челик. О, тут, короче, челик на шифте стал. А, все, он стал шифта. Так. Убиваем его, умри. Живучий. Чего он так долго умирает? Мы его вдвоем бьем, у него кожаная броня, он почему-то так долго умирает. У него еще там протекшн 3, что ли? Не, ну реально. Чувачок такой думает, то, что он жесткий. Все, я иду к зеленым, я уже почти на их базе. Сейчас буду на них скидывать динамит. Так, он, кстати, строится. Я еще не там. А, ну я скину сейчас динамит и буду тебя ждать. О, зеленый, не-не-не, вот это такая себе тактика, не надо так. Все, один динамит есть, второй сейчас скину, правда, он, в принципе, толком и не нужен, но я зато. Почти тут. Зеленый сверху, аккуратно. Да я сломал, в принципе, это главное. Бэда, строй! Живи, пожалуйста, живи! Ты живешь? Фух, у меня так, полтора ешь, хп. Ешь. Так, ну что ж, мы смотрим. Так, смотрю. Смотрите, мася. Опа, полетел. Там уж пролагало. А это, кстати, это что это было? Я даже не заметил. Это мунволк? Это... На самом деле, был очень кривой Годбридж. Ага. Типа, наполовину мунвок, наполовину Годбридж. Слушай, ну неплохо, но Годбриджем я вообще не умею, если честно, строиться. Я не знаю, какие там тайминги. Я еще не учился. Я хочу сначала мунволком научиться нормально строиться, а потом уже приступать к этим всяким Годбриджам. И, кстати, у меня, опять же, у меня куча золота. Тебе случайно не надо скинуть? А тут у меня все скинуть. Не-не-не, у меня вообще дофига. Хорошо. И также я хочу тебе еще напомнить, что у нас нет кровати. Это грустно. Поэтому, ну его нафиг, я лучше вот так вот пробегу, на всякий случай перл пусть у меня будет. Так, я одного скинул, если что. Хорошо, и я сломал. Все, сломал, отличненько, так, хорошо. Второй отлетел, и, кстати, первый сейчас возродится, в принципе, это какой-то нубик. И я думаю, просто. То, что мы его... Давай рукой. Так. Ну, если, конечно, хп будет мало, то убьем мечами, но, в принципе, так можно давай, пока что рукой. Блин, бедный челик, конечно. Ты очень подло. Да, мне кажется, ему обидно. Блин, еще и надо этот удары не проходят. Так, 5 хп у него. Жесткое ПВП. Ладно, все, короче, мне надоело, я его так убью. Отлично. Ну что ж, мы затащили, получилось эпично. Давайте приступим к... Хотел сказать, к Гудбриджу. К Зебриджу, поехали. Ну что ж, The Bridge, слушай, ну мы играем 2 на 2, мне кажется, мы их разнесем реально на изах. Мне кажется, даже меч можно не использовать. Просто так вот побежал. Что такое гайд? Я не знаю, но первое очко уже есть.
Это... круто. Я так и знал. Короче, все, ребятки, меч я использовать не буду. Ладно, наверное, буду, но пока что можно просто вот бежать. Смотри, все, они стали АФК, они задезморалились. Я их даже бить не пытался вообще. Смотри, с лука что-то стреляют. Смотри. О, не-не-не, начали что-то это как-то просто бить. Просто бежим и все. Это же за бридж. О, да, я не знаю, за бридж это просто что-то очень интересное. Ну, смотри, если мы не выиграем в сухую, ну, получается, это мы, значит, не профессионалы, потому что, ну, как бы, не знаю, как можно не сухую выиграть. Хотя случайно к нам могут, конечно, пройти, ну ладно. Так, убил я этого чувака. Кстати, тут Гэпл вроде фулл хп генит. Да, это жестко. Вау, ты бы видел, как я я думал, нам забили. Окей, хорошо, отлично. Это жестко засейвился. 3-0. Неплохо. Let's go просто дальше. Бежим. Просто бежим. Вообще можно ничего не использовать. Чел даже из лука попасть не может. Так, я засейвился. Ну, все они могут, все стрелы у меня вылетели. Я упал. Ладно, хорошо, бежим еще раз. Так, челик, смотрите, строится, думаю. Ага, слушай, так он делает много КПС, ну или играет с кликером, но, по крайней мере, блоки он ставит быстро. Поэтому мне интересно, почему они такие нубики? Хотя, ну, как бы КПС не главное. Поэтому что, можно как-то пройти мне, пожалуйста? Да боже! Все, они разыгрались, они не дают пройти. Теперь их приходится все-таки убивать для того, чтобы пройти. Да. 0 хп, кстати, челу ты оставил. Он что-то там прыгает. Даже не буду его убивать, чтобы он не респаунился. Так, лучше пойду. Слушай, а что это такое? Или ты там забьешь? А как они... Как они убивают, так. Реально? Что-то челики разыгрались, вы что? Ага, ну, ок, ладно, все. Тогда я врубаю трайхард. Челик уже, кстати, к нам почти пришел, но я его убил, хорошо. Так, окей, ладно, let's go. Я их просто перепрыгнул. Ага, неплохо, not bad. Ну и чё, последний гол нам осталось забить. Чё-то слишком, конечно, легко, но все равно, вначале было легче, потом люди разыгрались. А, в меня еще и с самого респауна они стреляют из лука. Ничего себе, жесткие ребятки. Так. Мне кажется, это какой-то клан, знаешь, у них какие-то слишком одинаковые скины. Да, и скины, и вообще они какие-то слишком странные вдвоем. Ладно. Так, let's go. Правда, он сейчас возродится. Да я падаю! Ну боже, ну почему я падаю? Я задолбался все время уже падать. Может, скользкий пол здесь. Кстати, АФК чистый и все, да. Скользкий пол, кстати, он сейвится жесткий. Я по нему так хит вообще пронес, ты бы видел. Но зато у тебя теперь двое. Ладно, я забью, наверное. Опа! Накидывает. А, окей. Все, победа. Ну, в принципе, что, затащили? Гага. Бэдгейм. Что, гага? No. Бага. Короче, спасибо огромное всем за просмотр данного видеоролика. И ролик получился действительно интересным. Спасибо, Хлеб, что поучаствовал в данном ролике. И, в принципе, всем спасибо огромное. И всем пока-пока.